В Приднестровье готовится провести эвакуацию жителей населенных пунктов, которые могут оказаться подтопленными из-за паводка и разлива Днестра. Этот вопрос во внеочередном порядке обсудили на заседании правительства. Наиболее сложная ситуация у села Меринешты Слободейского района. Там уже подтоплен оздоровительный лагерь «Юность». Вода приближается еще к одному днестровским зорям. В настоящее время там сотрудники аварийно-спасательных подразделений осуществляют эвакуацию товаро-материальных ценностей на верхние этажи зданий для того, чтобы предотвратить все эти моменты. И мы работаем, проводим работу по предупреждению населения по селу Меринешты, которая также находится в зоне затопления. Там земляным валовым сооружением является дорога Кицканы-Бендеры. То есть вся часть, которая идет до этой дороги, будет подтоплена, по нашим прогнозам. Олег Обручков сообщил, вероятнее всего, что в Меринештах может затопить 49 домов. Их жителей, 117 человек, планируют разместить в лагере «Виктория». Для эвакуации уже все готово. Учитывая скорость сброса воды на Новоднестровской и Дубосарской электростанциях, прогнозируется, что 17 и 18 апреля вода еще будет прибывать. Олег Обручков также отметил, что в основном подтопленными окажутся сельскохозяйственные участки, а в Рыбинском районе вода может добраться еще до 10 сел. О ситуации жители уже предупреждены. Предусмотрена их эвакуация и расселение на время паводка.